Началось совещание с отчета начальника управления ЖКХ о работе за прошлый год. Дмитрий Чмош отметил, что было проведено немало мероприятий по улучшению условий проживания армавирцев, но проблемные вопросы все еще имеются. Это и замена водовода по улицам Белинского, Шмидта, Комсомольской и ремонт коллектора на улице Энгельса. Все, что касается Белинского, все, что касается Энгельса, работы, которые по Комсомольской, все это в этом году должно быть завершено. А за счет аренды работы по улице Шмидта, вот эти четыре направления в этом году должны быть выполнены. На прошлой неделе в Армавире прошел общегородской субботник. Жители города активно участвовали в его проведении, и погодные условия этому способствовали. Но, к сожалению, некоторые организации не сочли нужным в этот день убрать прилегающие территории. Шемеричка, Пометун, Скорокашевым заехать на все предприятия и поставить со Слюсаревой, поставить задачи, кому забор поменять, кому обочину сделать, кому заправку покрасить. Предупреждаю, что там, где системно не выполняют, сегодня есть административная практика. Кроме того, на планерке обсудили возможные угрозы для безопасности горожан из-за сильного порывистого ветра. Градоначальник призвал ответственные службы проверить устойчивость рекламных конструкций и оперативно убирать с улиц упавшие ветки. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».